Урагану. Сегодня у нас 26 мая 2020 года. Выходим, решил вот этот приток, куда мы ходим, тут рядом прямо, где он купается у меня. И с той стороны обойти его и найти, где же он соединяется с Обью. Вот она, где мы. Конечно, там опасно может быть. Я написал на столе бумагу. Вот мои голуби, до свидания. Прекрасно. Мы по улице это идем. Склады какие-то. Артезианская колодец здесь. Промышленная 13. А здесь вот как новая стройка идет. Красивые дома. Ну, мы тут прогулку совершаем, иногда проходим. Это известно. Сейчас мы идем, чтобы с той стороны попасть. Вот они, дома. Я лазил наверху, оттуда репортаж один дал. Сейчас покажем. Так. Ты там не шарься. Там такие гостинцы приготовленные тебе. Отравят и все. Ну, прям уткнется, ну... А вон там, видать, труба. Труба это, говорят, ее к музею хотят отнести даже. Старинный. Ну, еще мы издалека посмотрим. Вот это целый комплекс 16-этажных домов. Вот она, эта труба. Труба. Вот эта большая старинная труба. Ее желают к музею. Краевому отнести. Почему, не знаю, рядом. Вот я иду, и сейчас как раз вот этот отрожек, мне охота с той стороны. Он не проточный, а как аппендикс такой. Вот сейчас мы идем, где... А этот отрожек, вот он уже появляется. Ураганчик мой идет быстро. Вот они какие. А тут больше 20 этажей, даже вот эти вот, 26 я насчитал. Тут рыбаки. Вот она, эта труба. Труба. Дело в трубе. Краны работают. Тут люди. Это вон там тоже кран работает. Вот на ту сторону надо пройти, вот так вот берегом пройти. Удастся или нет. Сейчас мы пойдем дальше. Вот он, тупиковый уже. А это все из-за Собью где-то соединяется. Ни разу не видел. Далеко или нет, может не дойдем, а может дойдем. Вот так. Это Барнаул. 25 мая 2020 года. На этом. Вот мы с этой стороны зашли, вот там дом, который прошли, вот новый, и вот эти большие красивые дома. И тут сразу мы увидим сейчас мост рядом. Везде машин много, это 180 тысяч, кажется. Вот он, отсюда видать труба-то. Мы обошли с этой стороны, он загороженный, как бы тупиковый этот отросток от Оби. Туда заходят большие баржи, заходили раньше, сейчас не знаю. Вот она как. Можно посчитать, сколько этажей. Много. Солнце бьет, ничего не видать.
КамАЗ и лошадь бежит. А лошадей поди ни одной нету. Вот мы завернули, с обратной стороны выходим. То есть то, куда мы пошли, только начинается наш путь здесь. Вот так то что-то делается. Так. Вот мы сюда зашли. Все, уходим. Вот и перешли на эту сторону. Это вот где сидят там люди. Тут он как раз у меня купается. Там люди. Здесь вот с этой стороны слева я бросаю палку, он ее достает. Вот рядом, которая была труба, уже с этой стороны. Ураган, ты везде нюхаешь. Что-то сразу тебя отравят тут. Вот кто-то что-то здесь жёг. Везде бутылки разбиты, стекла, весь берег. Ну, то есть видно, что это Россия. Вот оно как. Так. Вот она труба-то. Работает кран. Они хотят то ли вот это перекрыть. Все. Фу! Стекла там грудишь. Вот мы прошли мимо этих зданий. Вон те синенькие здания. Вот здесь. А вот это красное здание. И дальше тут, подальше маленько мы находимся. Да почти нигде, рядом. Это наше здание. Вот это самая плита, на которой там люди. И спрашивай, долго ли до Оби? Здесь где? Ни один никто не знает. Пойдем дальше. Вот это вот элеватор барнаульский. Все, тут женщина отдыхает. Блядь, в лес. Ну, везде свалки. Тополя, большие деревья. Сейчас идем. Вот оно как, со всех сторон тут что-то вывалено было. Спросился человек, далеко. Далеко до Оби. Ну, посмотрим. Вот оно как обходит. И дальше идет. Что-то тут тоже кто-то имеет. Деревья какие мощные. Вот мы идем уже прямо здесь. Нигде никого нету, мы одни. Конечно, одному не стоило ходить. Ну, Володи нету. Пошли с молитвой, перекрестили. Сейчас еще помолимся. Вот много леса навалено. Так вот и видать воду. Вот она синяя. Видать, вышли на дорогу здесь такая вот. Плитами уложенная. Ну и... идем дальше. Пока ничего не знаем, где находимся. Вот оно где. С той стороны я пробовал подойти. Вплотную не подойдешь. А тут, оказывается, можно подойти. Прямо рядом. Вот она, вода. Вот оно. Вон Диаграда тут. Сколько плит упало. Тут прямо вот видно вода. Рядом дальше. Видно, кто никто за этим не смотрит. Упало, да и упало. Но подойти можно здесь вплотную к воде. Вот мы подошли почти вплотную к элеватору. С этой стороны зашли. Здесь рыбаки рыбачат. Машина стоит. Благословен Господь. Так. Что же там? Скажите, пожалуйста, этот отрожек... с Обью далеко отсюда соединяется? Нет. Сколько километров? Километра не будет. Ну, километра 2-3 еще есть, да? Меньше? Если вот так вот вы прошли поворот, вот. Сколько время живу, не могу узнать, где у нас соединяется. Вот мы поворот прошли. Ну, сейчас я пойду прямо туда, дойду где-то, нет? Вот мы поворот прошли. Вот. Повернуть назад маленько? Да, назад, поворот вправо. Понятно. Упретесь, там кучи будут насыпать. Хорошо, благодарю вас. А какая рыба ловится-то? Щебак, наверное? О, молодцы мужики, никому не мешают. Это элеватор. Там мне помогали всегда. Вот мы уходим. Иди сюда.
Вон как, Каби. Ну, я по этой дорожке еще пройду подальше маленько. Дорога уходит дальше. Мне главное это, чтобы пройти. Оп-то я увижу. Вот зашли здесь, загорожено. И дальше тупик. Ничего нету. И мы поворачиваем назад. Вот так, если идти в этом направлении сейчас туда, то мы к Куаби выйдем. Вот это самый приток, в котором купаемся. Это прямо напротив. Вот, элеватор. Тут Шершнев работал. Замечательные люди тут мне помогали. Для лагеря очень хорошо. Там что-то удочки стоят, и никого рядом не видать. Вернулись там за машиной, рыбаки были. Мы пошли по той дорожке, но оказалась тупиковая. Теперь снова сюда вернулись. И она повернула под 90 градусов вправо. Они сюда показали идти. Ну и пошли. Ну а тут насыпь высокая. Дорогу сделали-то. Низина там внизу. И притом немалая низина. Заметно там между ветвями. Вон, метров 5 глубина. Из-за поворота показалось, вот, видимо, 10 тысяч вольт идет. И там сторожка. И какие-то большие здания. Трехэтажные даже, с подвальным помещением. Ну, подойдем, дальше нельзя, наверное, будет. Повернем назад тогда. Ураган, слушайся меня. С этой стороны опь. Вплотную подошли, опь. Там на той стороне как будто бы тоже рыбачат. Краны стоят вон дальше, видать. Работа какая-то идет. А тут огромные-огромные валы, кущи. Ну, метров 5 высотой. Песок. Песок набрали. Вот деревья какие вытащили. Где-то они. Видно, что в воде были долго. Вон те здания, где мы были. Вон они как. Ну, по берегу тут пойти ногу сломаешь. Надо выбираться отсюда. То есть мы не нашли, где этот отрожек будет. Но вот это уже опь. Это опь. Так как-то тут так, не очень. Маленько пройду сейчас по берегу. Вот тянет. Куда тянет? Тут сразу утащит тебя течением-то. К берегу не прибьет. Это уже по Оби идет. Тут палку не бросишь, его сразу вынесет. Его унесет и с концом он утонет. Ага, порт. Неси. Нашел себе. Вот она какая. Смотрите, высотой примерно 5 метров. Ну и тут 100 метров, наверное. Ширина какая. Вот тут ходит какой-то трактор, ходил, видно. Ну, мы идем там проверить, посмотреть. А тут щебенку, видать, завозят. А туда не стали завозить. Там было, где мы живем, рядом. Вот это я, куда мы должны вернуться. Как мы вернемся, неизвестно. Конечно, одному это опасно. Но ничего не сделаешь, охота посмотреть. Сейчас вот зайдем с другой стороны. Так, вот я показал, тут вот начинается. Тут работает, видите, как бы гравий. Дальше есть. И идем, здесь большая, мощная машина. Ну, я спросил, не против, что снимаю? Нет. И тут вот высота, это не знаю, тут метров 7, наверное. Какие запасы? Это все для стройки пойдет где-то. Слава Богу. Ну, маленько двинемся сюда. Говорят, там дорога есть. Увидим мы. Вон они, те здания. И нам нужно сейчас выйти туда-то к Оби.
Ну, не просто так здесь. Вот она, баржа какая стоит. Вот, вот большая баржа. Вот она. Вот считай, сколько она тут метров. Много. Я хотел обратно той же дорогой идти. А он подсказал, что тут своя дорога есть. А раз своя дорога, нам интересно другой дорогой пройти. И вот мы сейчас идем сюда. Это они работают. Сюда далеко, до железного моста. Один говорит, дальше этот от рожек идет, а другой говорит, ближе. Ну, где-то так. Теперь для меня уже все ясно. Вот оно что, новое грудит. Так, пошли-ка, ураганщик. Вот тут, и тут нагружены какие. Вон какие. Это, значит, краном они туда бросают. Туалета два. Ну, все. И дальше. Вон те, где прошли куча песка. И вот она огромная. Тут метров 12-15 высота. Ну, разное тут. А там вон те самые здания, где мы были. А тут всякие катерки стоят, кондоры. Когда-то я плавал на таких. Вот здесь все. А там конца края не видать. Видно, разлив. А тут большие, огромные баржи, видимо, грузят. Очень много техники разные лежит. Богатая страна. Вот песок. Вот здание. Российский мой любимый флаг. Вот стоят там. Эти, а здесь новые краны. О, сколько техники. И там те здания. Мы туда идем. Благослови их, Господи, чтобы никто тут не пострадал, не утонул. Да, богатая страна Россия. Кому это все достанется, когда народ вымрет? Мы идем тут корабли. Опять все это идет, что-то брошенная техника или что-то. И мы благодарим Бога. Все хорошо. Везде железо, техника, кораблики, вышки. И все это надо. Нельзя так, чтобы не делать это. Видно, что мастера своего дела. Многое, что у них тут сделано. А вот как раз мы подошли к воротам. Территория транспортной безопасности. Все, объект под охраной, посторонним вход запрещен. А мы не будем выходить, мы ушли. Охраняются собаками. Это мы там зашли, там не было надписи нигде, а тут надпись. А такое мы уже видели. Ну и все, машины идут, мы за ними уходим. Тут не так и далеко осталось. Те же мощные деревья. Тут куда-то идет вот это вот в сторону. А куда идет? Тихо идет. КамАЗы большие, развозят песок на стройку. Жизнь идет. Притом очень много техники. Ой, конечно, весь в комарах. Сейчас я тебя готовлю, давай. Машина везет щебень. Вот машина стоит, шлагбаум не заедешь. Вот тут у них все как надо. И везде навалены деревья, как ограду составляют. Все. Мы выходим с этой дороги. Тут видят, вон где кораблики стоят там. Ну подожди, меня валишь, подожди. А тут выходим как раз на дорогу большую. И там, видать, как раз та самая труба, которая около нас. Ей мы и закончим путешествие. Комарья много. Вот, выхожу с этой дороги, а тут частные домики. Ну, это такое все. И вот эти большие дома красивые, многоэтажные. Вот они какие. Там написано даже вон там далеко, Брик. Машины идут тут. Сходили. Да, опасно было ходить там. Никого нету. И в одном месте только сказано было, пакости здесь творят по-матершинному. Но мы дальше не пошли. Но со всех сторон, хотя и закрыто было,
Ну, пойти-то можно было. Машины заходят, и тупиковые. И дальше одними матерками, что тут только блуд творят. Ух, как опасно. Таким не попадайся. Ну-ка, давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вот, по-моему, 23 этажа. А может, даже больше с той стороны. Вот так. Это мы тут проходили. По милости Божией. Можем выйти прямо к Аби. С врага. Вот этот дом. Красавец стоит. Другие. И тут рядом опь. Вот это опь. Настоящая опь. Ну, там, конечно, разлив. Где и как. А тут купаются. А не видать все равно. Я ничего не вижу. Солнце тут. Вот она, опь. Это очень серьезная речка. На карте можно посмотреть, какие ходят суда. А это что тут? А здесь поставлены какие-то как понтоны. Что-то задерживают, видимо, деревья, чтобы дальше не шли. Ну, что-то тут я не знаю. А там дальше вон, можно с той стороны однажды пройти, просунуться туда. А это железнодорожный мост Барнаул-Новосибирск. Красавец. Вот мы до него дошли. Все обошли. Это новая достопримечательность Барнаула. Не то, а где были мы. Ну, а тут, само собой, красота. Бордюр сделан, а тут внизу, видите, как возведен пандус какой. Ну, это не меньше сантиметров 80, 60-80 из бетона. Ну, и, наверное, зарытый тоже. Вот так. Это мы с ураганщиком тут двое. Сейчас пойдем мы домой, с этой стороны обойдем. Еще раз посмотреть. Пошли, ураган, домой. Тут что-то плитка вся осела. Видать, земля была не утрамбованная. Но все равно ходить можно. Вот у меня ураганщик идет. Ну вот что здесь в этих домах? В этих домах сидеть-то. Если один за раз, вот показывают там. Ну и все, никуда не выйдешь. А в деревне-то, о, какая собачка-то идет. Прямо мизерная совсем. Клопышок махонький такой. Да красивенький вывели его. Ну то, ураган, это собака, его уважают везде. Вот он, мощащийся к стене. Ну, собачка меньше кошки моего, кота красного, меньше. Вот видите, сколько здесь везде всего. Тут маленько треснуло. Ну, ничего, а дальше, видать, Знаменский монастырь. Знаменский монастырь. Да. Это, конечно, мост красавец. Мы там не один раз были. И здесь какая стройка-то. Вон там та самая труба, от которой мы начали. Вот она. Ну и там дальше-то, видать, какая стройка. Мощная. Это Барнаул. Хотя 700 тысяч еще не набрали, но и детские площадки, и все сделано. Видно, что городоначальник заботиться. А здесь работают люди. Видно, что приезжие работяги. Благослови их, Господи. Видишь как. Бог помощь вам. Спасибо. Вот оно какое дело.
Большие дома. О, катерок идет вниз по течению. Ну-ка, давай посмотрим. Ураган голову всегда сует туда. И главное, разворачивается. Интересно, никогда не видал, чтобы разворачивался. Это, наверное, круиз по соседним где-то портам небольшим. Вон как они хорошо сделали. Развернулся. Ну и бурлит. Молодцы, ребята. Куда ни посмотрю, все нравится мне. Мирное время, но долго ли будет? Если эти людоеды до нас не доберутся, а так-то все в воле Божией. И никто ничего не сделает, вопреки тому, что Господь назначил. Да, красота такая погибнет, никому жить, если так-то дойдет до дела-то. Жалко, конечно. Вон он развернулся, где идет. Я не знаю, видать, не видать. Ураган, не дергай меня, я хочу мост показать. Мощный мост. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Кажется, 7 быков стоит. По 3 в каждом. 7,3, 21. Да, маленькие ребятишки играют. Межмирная обстановка. Но что будет дальше, один Господь знает. Очень тревожно все. Тревожно и в монастырях. И там знамения какие-то пишут. Больше всех нравится правитель один тут поступил. Батька зовут его. Лукашенко Александр Григорьевич, президент Белоруссии. Умница. Школа работала, все работали. И он все это объяснил. Больных нисколько у него не больше. Красота. Как говорят, лепота. А вот это вот называется брик. Брик — это особый сорт корабля. Это опь. Опь. Мы завершаем здесь вот этот самый брик. Здание красавцы. Ну и сейчас мы повернем прямо направо. Эти вот здания, вот они оказались от нас. Мы уже подходим. Напрямую в финишную домой идем. Сейчас покажем еще. Барнаулка течет, маленький мостик, вот человек идет. Ну, тут тоже рыбачат. Хотя в нее тут пивоварка впадает. Ее по-другому зовут местные жители. О! Тут рыбачат. Вода зеленая. Вот она где. Все, уходим. Вот эта труба, прямо подошли к ней. Это речной порт. Вот тут какая-то еще организация. Видать там. Ну, не важно. Сторожат эти дома, чтобы в стройку никто не лишний не заходил. Это мы с ним прошли. А это музей. Здесь был краевой суд. Меня судили в 86 году и осудили. И ушел я по этапу. Многое что пришлось повидать. Все мне сгодилось. С той стороны прошли. Хорошо, что я пошел дорога, которая ближе была к этому отростку. А так бы и не знал ничего. Дошел до тупика, а потом вправо завернули. То есть маршрут, даже не зная, был выбран самый, ну, многоосмотровый, так скажем. А это вот в этом здании меня и судили. Хорошее здание, крепкое. Золотопромышленнику досталось. То есть он строил ее, отобрали, может, Алаваровский, кажется. Ничего про него нигде не известно, не сохранили. Кот испугался чужой. Ну вот мы вернулись.
Без малого ровно 3 часа проходили. У меня такой маленький телефончик. Все. Без 10 минут 2 часа. Так, уходим. Домой идем. Упарились, жарко. Но путешествие было хорошим. Много информативным. Никто нас не обидел, хотя ходить одному там опасно было. Я заранее думал об этом. А мои голубки сидят. Я сейчас прочитаю, зайду дома записку, которую оставлял. Фу! А тут паля одна. Чернушка на улице. Никого нету. Ластится все. Ну, что-то такое сильно ластится. Видимо, замуж захотела. Ну вот вошел. Пока вошел, ровно 2 часа проходили. А сколько прошли? Ну, где-то порядка от 8 до 10 километров в этом радиусе. Так. Вот я оставил запись. Ушел с ураганом пройти этот приток с другой стороны, в сторону железнодорожного моста, среди деревьев. Найти, где этот аппендикс, в кавычках, соединяется с обью. 26 мая 2020 года, 9:30 утра, Игнатий. Простите все меня. У всех прошу прощения. Такая записка. Знаю, что опасно, может не вернусь. Ну, всякое бывает. Там один какой-то был, бомжей приглашал их. Убивал и зарывал. А я-то как одетый, я вполне сойду за эту категорию. Рвань, но собака. И я не разговариваю ни с кем. И где приток, сказали, еще далеко, несколько километров. Я повернул, и все, что было, сейчас посмотрите. Считаем это достопримечательностью Барнаула. Не какие-то там аттракционы, а люди работают. Я всегда снимаю там, где работают. Люблю просто эту историю. Вот все.